Основными темами, отраженными в ежегодном обращении губернатора Подмосковья 28 января, станут проблемы жилищного строительства, здравоохранения и транспорта, заявил во вторник губернатор Подмосковья на заседании правительства. «Я благодарен большому количеству жителей, которые занимают активную позицию и присылают те вопросы, которые беспокоят больше всего», сказал Воробьев, открывая заседание. Открыта электронная регистрация на одно из самых массовых мероприятий в стране – «Лыжня России-2016». Центральный старт 34-й открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоится 14 февраля. Спустя 19 лет гонка возвращается в Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерное», что в городском округе Химки. Ожидается, что на лыжню выйдут не менее 25 тысяч человек. С 1 января 2016 года Мострансавто приступило к обслуживанию 37 новых социальных подмосковных маршрутов. Для видновского филиала определены следующие маршруты. Номер 2 – от станции Расторгуева до улицы Ольгинская. Номер 3 – от станции Расторгуева до Видное-1. Номер 6 – мебельный магазин до станции Расторгуева. Номер 7 – проспект Ленинского комсомола до улицы Ольгинская. Номер 8 – рынок Красный Камень, площадь рынок Красный Камень. «28 января в 20.15 на нашем канале состоится прямой эфир. Тема эфира – профилактика гриппа и ОРВИ. Вопросы можно задать по телефонам 541-25-40 и 541-25-25».